Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW. Итак, приехала она вот в таком виде, разобранная, дверей не было, кусок крыла почему-то вырезан вместе с лючком. Вот его мне надо будет отремонтировать. Ну, кусок крыла я буду менять, остальное все ставить новое. Итак, это вот донорская часть. Не очень сильно отличается она от оригинала. Тоже привезли, но сказали, что лучше они не нашли. От этих машин типа проблемно сейчас. Ну, поверил на слово. Придется равнять. Итак, приступаем к работе. Сначала я решил разобраться с донорской частью. Все крыло менять я не буду, смысла нет. Буду менять куском. Отсверлил, обрубил. Ну и проблема с герметиком, чтобы его отклеить. Итак, вот этот кусок я буду вставлять. То есть по этому куску я буду и потом мерить. Но сначала я его отравняю. Равняю я при помощи молотков, резиновых, железных, маленьких, больших. Итак, крыло отравнял, остальное добью споттером, когда уже будет приварено. Ну а теперь переднее крыло, которое тоже не в идеале. Итак, переднее крыло я отравнял, и теперь буду по донорской части обрезать оригинальное крыло. Thank you.
Итак, работы по удалению поврежденного металла закончились. И теперь, чтобы примерить донорскую часть и все это дело сварить, мне нужно установить все двери, переднее крыло, то есть, чтобы были зазоры, и затем тогда примерять часть донора, что я и делаю. Итак, все прикрутил, зазоры выставил, заднее крылышко, точнее его кусочек, тоже примерил. И сейчас я обрисую уже окончательные резы и по ним обрежу. Итак, обрезал, вварил вкладки и начинаю установку самого крыла, точнее его куска. Промазываю арку герметиком клеем, так она в том месте завальцована и приклеена. Ну и прихватываю само крыло. Итак, крыло прихватил, зазор ровный. И теперь для удобства я снимаю дверь и начинаю уже проваривать все остальное. Итак, варю не спеша, особенно по швам на крыле. Варю точками. Каждая прихватка на расстоянии 5 сантиметров. При этом сразу же мокрой тряпкой остужаю. Это делается для того, чтобы крыло не повело. И вот таким образом потихоньку сварил крыло, зачистил его. И вот получился вот такой результат. Вроде бы неплохо. Повесил двери, все зазоры прекрасные. Разбираю, отдаю машину на покраску. Ну что, друзья, машина покрашена, собрана, и теперь она выглядит вот так после ремонта. Ну, а у меня на сегодня, пожалуй, все. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!